осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка – поликлиника. Улица Тихомирова, храм на улице Тихомирова. Едем по улице Полярной. Уважаемые пассажиры, при переходе проезжей части городских улиц пользуйтесь наземными и подземными пешеходными переходами. Стоящие на остановке трамвай обходите спереди, а троллейбус и автобус сзади. Даже это что? Это поликлиник старый, взрослый. Девятиэтажный, это вот еще 60-х годов. Поликлиника. Осторожно. Там детская поликлиника. Следующая остановка. Улица Молодцова. Дом мебели. Здесь библиотека. Уважаемые пассажиры, за безбилетный проезд и неоплаченный провоз багажа установлен штраф в размере 1000 рублей. За неправомерное использование персонифицированной кодовой карты сумма штрафа составляет 2500 рублей. Благодарим вас за своевременную оплату проезда. Улица Молодцова. Дом мебели. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – кинотеатр «Полярный».